Всем привет, с вами Эмбер и Кук. Привет, привет. Мы продолжаем наше видео. Мы тут обосновались, наши земляночки. Добыли немножечко ресурсов. Сделали себе по комнатке. Вот. Мы не стали вас утомлять и показывать, как мы это все собирали, добывали уголь, в общем, строили. Это было утомительно и не очень интересно. А дальше мы продолжим наше видео и покажем интересные моменты. Мы сейчас пойдем в поход, для этого мы насобирали много ресурсов, вот, и собираемся пойти в пещерку. Ну да, наверное, мы сейчас пойдем в пещерку, вот, будем добывать дальше ресурсов, потому что мы запланировали построить себе по домику с общим двориком, и как раз мы вот этим и займемся, наверное. Я немножко ресурсов уже подкопил, ты там что, как? Да, да, мы тут собрали все котомочки себе, такие у нас примерно котомочки, и отправимся путешествовать. Только там ночь или уже, там рассвет, уже рассвет, да. Я думаю, выходить можно уже, ничего страшного. Да, пойду закрою дверь. А, мы не показали, как мы обосновались, мы же хотели показать, что мы сделали. Давай покажем. Так, это мое убежище. Давай. Вот такое. Вот. Пойдем теперь ко мне. Да. Вот тут... это вот моя комната. У меня тут двойная кровать, большой сундук, верстак и, если что, ресурсы на всякий пожар. Так что вот так мы обосновались. Да. А теперь так, мы покидаем. Мы решили особо сильно не заморачиваться насчет строительства землянки. Мы все равно будем. Так, на самом деле там уже день, и нам пора выдвигаться, если что. Так что поэтому да, вперед. Да, мы ждем. Да, поехали. Итак, как вы можете наблюдать, мы немножко обосновались и даже построили себе огородик. Вот. Да, наш огородик. Как бы, опа, кри, теперь будет взрываться. Я думаю, мы... Сейчас наш огородик каюкнется весь, надо срочно закинуть. Я все, думаю, что... пока можно это все оставить, чтобы не тратить время и побежать, да, уже сразу. Да, побежали. Так, и мы пойдем в пещеру дальнюю, где видели дальше, или в ближайшую? Я не знаю, наверное, лучше пойти, где данж был, или... Ну, не знаю. Опа, по тебе стреляют. Отлично. Чисто аккуратно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот он, вот он, вот он. Ну, у нас, в общем... Одни неожиданности на выходе. Да, мы тут пока обосновались, тут мобов появилось все больше и больше. Вот. Именно. Вот, кстати, сгорел, и с него выпали кости, подбирай кости. Так, мне надо, короче, подлечиться, покушать. Вот. И мобов стало все больше и больше. И тут у нас и разбойники появились, и нам, в общем, стало веселее жить. Каждый раз, выходя из дома, мы не знаем, чего ожидать. Да, к сожалению, правда, драку с разбойниками мы не записали, потому что не стали утомлять вас сбором ресурсов и подобной ерундой. А вот этот зомби прекрасно нас развлечет. Да, это точно. Пока. Прощай, жизнь. Ты что, упал? Да. Ты разбился? Да, это. Ну, там, ты, кстати, блин, сзади даёт. Был крипер, так что аккуратнее. Да, а как где тут вход? Подожди, я забыла. А вон там, где... Внизу. А можешь десантироваться. Да, побежали. Ой. Ну, собственно, мы здесь уже были. Ну, мы были в самом начале, но мы не изведали всю мы пещеру. Мы все раскопали. Мы... Да, да. А, нет, не все, посмотри, там железо. Может быть, мы раскопаем железо сначала? Давай. Ну, сколько тут гранита. Ну да, ты же любишь гранит. Может, пока покопать, а я пойду за железом. О, даже ты пошел. Весело будет. Ну, зачем мне столько гранита? Я... Уже могу все гранитом выложить. Не знаю, я что-то осознал, что у меня не очень много ресурсов, несмотря на то, что я фармил. Не, ну смотря в каких масштабах строить. Вот, поэтому... Не, ну логично.
Возможно, мне его вообще хватит, а может быть и не хватит. Ну ничего, я знаю, где есть шахты, где много гранита. Это точно. Да. Так, мы там за железом идем, да? Мы опять будем, мы снимать будем вот это не грустное видео, да? Кстати, темнеет, ты заметил? Дождь, весело будет. Да. Итак, я думаю, нам нужно выдвигаться дальше. Да, весело. Пойдем со мной. Пойдем. Я приведу тебя в удивительный мир. Это ты умеешь делать. Хе, да. Факел. Есть? Тут пусто. Удивительный мир. А, нет, не пусто. Действительно удивительный мир. Да. Мне кажется. Я умею, да. Или мы здесь уже были? Не знаю. Наверное, есть вариант раскопать гравий, провалить. Смотри, чтобы тебя не засыпало, как меня песком. Будет весело очень. Мне кажется, не будет. Мне надоело, пошли отсюда. Ой, неужели? Так, ну я там видел еще одну пещеру. Пойдем назад, пожалуй. Да? И что там здесь, пусто? Не здесь, не здесь, не здесь. Так, мы зашли в тупик. Секундочку, я в инвентаре приберусь. Окей? Окей. Я почти. Слушай, ну может быть туда пойдем дальше? Мы вниз еще не спустились. Я не пойму почему. Почему мы вернулись назад, а не спустились вниз? Ну, потому что я думаю, что лучше еще в пещеру сходить, там рядом была. Какая? Доверишься мне? Ну, давай попробуем. Мы же там ходили, по-моему, мне так кажется. Нет, по-моему, не ходили. Вот здесь? Или где ты? Вот наверх? Здесь была где-то. Ты наверх пошел? Наверху, 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 помнишь? Нет, ты куда потерялся вообще? Мне не нравится это, когда ты постоянно куда-то исчезаешь. А так лучше? А, конечно. Ну, я должна видеть твои мелькающие пятки, наверное, как-то. Ну, не только ты. Опа, крипер. Опа, как весело. Молодец. Классно. Красавчик. Он нам ничего не раскопал? К сожалению, нет. Ну, мы, конечно, выбрали время блуждать по... Зараз вот она, я про нее говорил. О, ну это, конечно, весело. А, за нами крипер, он сейчас взорвется. Здравствуйте. О, так. Все, минус факел. Ладно, ща. Так. Неужели тут тупик? Забавно. Что ж, пойдем отсюда. Ты водишь нас кругами, мне так кажется. Подожди, может факел забрать? Что? Факел забрать? Камень? Факел. А, ну забери, конечно. Ну так а куда ты понесся так быстро? Ну я ищу пещеры. Я ищу... Ужас. А вот еще... нет, это не то. Так... Давай думать. Так, и где ты теперь? Ну, я на выходе, я наверху. Да пошли в ту пещеру дальше. Мне там нравилось, даже я тебе скажу. Да? Ну, да. Там просто уже все. Да не все. Типа все ресурсы уже. Да не все, ты ошибаешься. Мы ну, там много чего не раскопали. А я тебе говорю, мы раскопали очень много. А я тебе говорю. Ты сходишь вниз и убедишься в этом сама. Хорошо. О, за тобой паук. Ёшкин кот. Все мои ресурсы. Так, сейчас прибегу, подожди.
Да, я, наверное, пока попробую его убить. Как он тебя убил? О, Крипер, здравствуйте. Открылся, мне, короче, сзади, как он меня убил? Не, я не его не увидела. Ужасно, весело, пожалуйста, побыстрее. Постараюсь. Я вышел отряд зеленых, тут два Крипера. Ну, тут тоже. Не переживай, я еще пока до тебя дойду, мне тоже будет весело. Постараюсь уйти так, чтобы он меня не заметил. Я понимаю. Так что, крепись там, геолог. Прекрасно, один другого подорвал, ими. Так, я забыла, как тут войти в эту пещеру. Где тут ее вход, блин? О, вот в пещеру. Опа! Здрасте, приехали. Ну, в общем-то, как-то так. Махалай, махалай. Ты жива? Да, жива, только я ушла куда-то дальше, и я не найду вход в пещеру эту. Тут вижу только крутой этот, и ко мне идет крипер. Походу, я сейчас опять еще и скелет, короче, мне откуда-то выпастит. Класс. Короче, надо найти этот волшебный вход в нашу пещеру. Да ты пешнись, если можешь. Да, не могу. Я тебя вижу, короче. Где ты есть? Вот, давай, вижу быстрее. Вход. Сейчас я быстро. Фух. Ну и чё? Мои ресы там болтаются, да? Да, болтаются. Иди быстрее. Ой, мои дорогие. Фух. Нафармленные мной. Ай-яй-яй-яй. Итак. А, еще один. Здравствуйте. Опа-на. Весело-то, в принципе, конечно, здесь. Жуть. Жуткая жуть. Спасибо. Лучше поесть. Меня только не лупасьте, пожалуйста. Не лупасть меня. Я сейчас помру, мне надо поесть. Все, короче. Кошмар, я тебе говорила, давай все положим. В этот сундук. Ну, как бы уже день, давай быстрее. И пойдем спокойненько. Ну нет же, надо было все вот это вот добро мое потратить. Как всегда, собственно говоря, ничего нового. Я понимаю, что уже день, но здесь как бы всегда бывают криперы, ты знаешь. Швиперы и прочие. Ага. Ты где, там? Ах, ёшкин да. Кот. Меня слышно? Нормально? Да. Слышно. Прекрасно. Добро мое дорогое, которое у меня не поместилось, только всего лишь вот это. А там что? Гнилая плоть, гнилая плоть. Да, наплотил ты тут. Ну, я отбивался. Ясно. Ладно, пошли, я знаю эту хорошую пещерку, иди за мной. Опасно. Ладно, пошли. Да ладно. Я смеюсь, лицо опасности. Сказала Эмбер, подохнув два раза. Да. Крипер, крипер. Брыгись. Класс. Это не класс. Я тебя потерял. Ну, здрасте, приехали. Оу. Нашел? Нашел. Отлично. Ой, заведешь ты меня в монастырь. Ой, чули. Не боись. Я сама боюсь. Давай бояться вместе. Опа. Что? Что стряслось? Ты опять куда-то свалился? Нет, все хорошо. Тебя стало очень плохо слышно.
Да, а так? А так хорошо. Окей. Так, где-то здесь был вход в пещерку, или мы его уже прошли? Надо искать. Да-да-да-да-да-да-да, вот-вот-вот. Только там криперы аккуратно. Ну, мне кажется, здесь еще была одна пещера. Потому что ту, которую я имел в виду, давай пока исследуем эту. Мы уже, видимо, прошли. О, здравствуйте. О, тун-тун-тун-тун. Есть. Мне надо здесь ступеньки пошире раскопать. Обойдите, он еще один. Идет за нами, смотрит на нас, мерзавец такой. Отлично. Еще один. Да их там просто целый клавис, ёшкин. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай по берегу дуй сюда с нашего дома. Помнишь? О, мои кожаные штаны, я могу их одеть. Ёшкин кот, я не заметила. Сейчас. Подожди. Ну, нормальный человек, я потеряла штаны и хожу без штанов, нормально. И даже ничего не замечаю, ты хоть бы сказал, что я без штанов. Ты так долго без них была, что я привык. Ну, спасибочки. А тем не менее, темнетечки скоро будет. Ну что, сюрприза больше нет? Тут железо там, да? Да. Я его скапал. Там ниже было, иди. Иду, иду. Ай-яй-яй, по мне лупасит. Вот очки, здраточки приехали. Ну, давай уже буду охранять. А чё она какая-то тоже маленькая? Я так не играю. Вообще неинтересно. Ну, как бы мы можем откопать скелета и сделать ему десант вдвоём. Там есть лаз? Ну, он, да, он же откуда-то пришел. Ну что, копаем? Давай, я наготовлю. Давай на раз, два, три. Один, два, три. Я сейчас подохну с таким макаром опять. Надо поесть, подожди. Окей, жду. Ну все. У меня ужасный беспорядок. У меня тоже, не поверишь. Выходи. Вот здесь надо где-то копаться, короче говоря. Ну смотри. Не дохни. Помоги! Я не могу, ты мне мешаешь. Я могу тебя зацепить. Я не пойму, блин, как я... Поешь что-нибудь. Иди сюда, сделаем здесь пещеру. Сделаем здесь это тебе. Убежище. Слышишь? Ага. Где ты? Дальше пошел. Молодец. Уголь, видишь? Факелы есть? Ставь. Секунду, есть, сейчас. Железо. Ну, вот, собственно, короче, сейчас вот тут все раскопаем и пойдем дальше. Да. И вон железо, и там уголь. Начнем с железа. Только, походу, уголь придется брать тебе. Да мне тоже некуда, давай, сказала. У меня сундук есть, я ставлю и складываю. Я тебя больше не слушаю, ну тебя. Окей.
Я-то думала, мы на неделю пойдем, тут пещер. Ага. А тут, блин, ловить, походу, нечего. Ну, бывает. Мы ж не знали. Предлагаю вот тут и окопаться. Ну, давай. Почему нет? Я сложу всю одну кучу туда. Хорошо? Да. Так. Ну, я думаю, нам не понадобится камень сюда. Палки-копалки сюда на всякий случай ложу. Да, пустые миски. Зачем они нам? Действительно. Грибы уже съедены. Всё. Так, что там дальше? Где-то тут еще было железо, если я не ошибаюсь. Вижу уголь. А железо ты выкопал, что ли? Да. Вау. У нас есть дверь. Гри. Мне кажется, если тут раскапывать, тут можно еще что-то добыть. Понял. А туда ты что сделал? Это там что будет? Санузел? Ну, такое. Ну, зачем ты это сделал? Или у тебя просто дверь лишняя была? Она мешалась. Я просто зомби боюсь. И чё? Мне необходим санузел. Вытручивать. Ясно, понятно. Ну, я пошла копать уголёчек. А я как раз печку сделаю. Хорошо. Тебе помочь? Не, уголь я уже выкопала. Пока здесь больше ничего не вижу. Ну, просто тут или дальше раскапывать что-нибудь, или уже пойти куда-нибудь. Пойдем дальше. А кости нам разве не нужны? Нужны, поэтому я их и собрал. Ты не все собрал, похоже. Ну ладно. Так, это ложу сюда сырые продукты. Итак, я немножко восстановил свои инструменты. Я готов продолжать путь. Ты как? Ну, мне надо чуть-чуть жизнь свою вернуть. Сейчас зажую что-нибудь. Тут тупик. Какие-то у нас тупиковые ветки, да? Да, все. Все. Понимаешь иронию, да? Да. Все, что мы исследовали, все, однако, тупиковое. Ну, бывает. Деградация тоже один из путей эволюции. Да. Зато я нашел железо. Тебе помогать его выкапывать? Ну, походу, здесь нет интересных пещер. Надо идти в гору. Да. Ну что ж, наверное, нужно возвращаться, да? Домой? Али куда? Наверное. О, я там что-то слышу. Ты тоже? Не. А я, однако, слышу. Ладно. Давай возвращаться. А мы, кстати, там все побросали, да? Ну, так будем возвращаться? Ну, там вообще-то ночь. Тогда надо возвращаться днем с ресурсами. Смысл с ресурсами возвращаться ночью. Вообще логично. Не вижу никакого. Я тоже. Придется переждать. И потом пойти уже. Чего копаешь? Я рюкзак освобождаю. А,
Ну да, цветы. Типа земли много. Все? Ну что, давай пойдем разгрузимся и, наверное... Факелы тогда забирай, что ты оставляешь. Логично будет оставить. Ну и где ты один какой-то оставь, я уже заблудилась в потемках. Нормальный ход. Меня кто-то бьет. Кто, кто? Зелененький, маленький. Оу, это очень... Где он, собака? Факелы мы не вовремя срезали. Надо же было оставить, блин. Он мелкий, блин, шипзик еще. Убегай! Ах ты, собака, лежит. Не ходи, подожди, там еще. Ну и куда ты пошел? Домой. Мне просто нужно разгрузиться. А ты? Во-первых, тебя плохо слышно. Мне нужно разгрузиться, пойдем домой. Ну, естественно, туда и идем. Фух, это было весьма. О, зомби. Где? Опять? Ну, вон сзади. Ты опять убежала, да? Ну, я по бережку решила пойти, а ты чё там в дубах заблудился? Да их там много. Через чищобу. Ну зачем так это? Через чищобу. Пошли заодно посмотрим, сколько тут коровок и барашек. Кстати, про барашка. Они, кстати, за нами идут, все такие идут. Я помню. Они прям по воде идут, это плохо. Да? Ну тут нормально коровок и барашек, надо их отсюда привезти к нам, если что. Ты где? Не отстаешь? Ну, ты через чищобу пошел. Я барана стригу. Вот тебе... Вот так вот. Приспичило-то, однако. Я не брала с собой ножницы. Ну, мне нужны просто очень много ковров, поэтому да. Ты будешь ковровых дел мастер? Ну такое. Друг мой, ты где? Так вот именно. Пойдем. Я предлагаю тебе через болото выйти в этот сам, в горы. Ну, ты я так почему-то и думала. Ну, тогда пойдем, на лодке быстрее будет. Так лодка у меня, например, я не брала с собой. Ну так, возьми, у меня просто припарковано уже стоит. Так мы не пойдем, что ли, лес домой заносить? Я не поняла уже. Мы уже никуда не идем? Ну, я сейчас быстро выгружусь, и мы пойдем дальше, продолжим. Ну, слава богу. А то тебя не поймешь. То пойдем туда, то пойдем сюда. Я уже прям запуталась. Ну вот, конечно ж, я ж виноват. Да, конечно. Мы же собирались на недельный поход, а тут, блин, два дня не обошлось. На недельный поход, а тут два дня. Ну, блин, как получилось? Я ж тут ресами. Слушай, я что-то, походу, заблудилась. Понятно. Такое со мной не часто случается. О, грибочек. О, еще. Забавно. Ну все, знаю. Я была на верном пути, однако. Напугала, однако. Ну, не все у меня так плохо с ориентированием, если что. Я надеюсь. Тут вот меня песком присыпало. Ты уже дома? Да. Ну что ж, на этом наше приключение сегодня заканчиваем. Всего вам доброго. Да, пока-пока. Пока.